Дебютный танцевальный конкурс собрал 7 молодежных коллективов Литчины. Усе они складались из членов БРСМ, а это значит, их узрост мог быть от 14 до 31 года. Сярод тех, кто вырешил позмагаться за перемогу, были амаль профессийные коллективы, коллективы, заснованные у первую чергу на сябровстве и специально створенные для этого конкурсу. Сярод опошних был и коллектив Дзитвяне торфобрикетного завода Дзитва. Он вылучался узростом удельников, это были уже дорослые БРСМовцы, и часом створения, з'явился амаль перед самым конкурсом «Молодь Дэнс БРСМ». Выконывали дзитвяне белорусский народный танец. Мы же живем в Беларуси, национальная наша культура, вот, и мы уважаем свою культуру, поэтому решили выбрать народный белорусский танец. До опытных конкурсантов можно отнести коллективы Art Dance Studio и Забава. На их рахунку не один танцевальный батл. Разом с тем, до первого районного конкурса «Молодь Дэнс БРСМ» яны рыхтовались не один день. Мы долго готовились, мы очень много старались, чтобы достичь какого-либо уровня. Уровень у нас высокий. Мы очень много ходили на тренировки, и чтобы показать, что мы можем многое. Боимся, но будем стараться, чтобы у нас все получилось, и конкуренция – это хорошо. Удельники конкурса удивляли жюри и глядачов уличными танцами. Показывали прихожость народных. Захопляли оригинальными. И эстрадными. Конкурс «Молодь Дэнс БРСМ» дожился не больше за годину, але у даденном выпадку это не было показчиком якости и неякости. Хучей выступало подтверждением того, что форум собрал улюбленных у танец людей. Каждый из семи коллектива умел свою особливость, але с жюри пришлось вызначить лепшее. Переможцем у номинации в уличный танец стал коллектив Art Dance Studio. Лепший народный и эстрадный танцы продемонстрировал коллектив «Веселка» 16-й Лицкой школы. Девчины ж с коллективу «Забава» стали переможцами у номинации «Оригинальный танец». Мы очень надеемся, что такой конкурс станет традиционным, что в следующем году в подобном конкурсе примут участие еще большее количество коллективов, которые так же, как и на этот конкурс, будут, возможно, являться образцовыми, а возможно, будут созданы именно специально для участия в танцевальном конкурсе. Потому что для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, не обязательно быть профессионалом. Самое главное – желание танцевать, ну и желание победить. На думку жюри, негледзячы на выники танцевального конкурса, лічыць себе пераможцами могут усе его удельники, потому что они были першими, а як вядома, кто перший, то и лепший. А еще и на пераможцы, потому что поклали початок черговому танцевальному конкурсу на Литчине. И не выключено, что с часом он станет традиционным и перетворится у сапраўднае сур'ёзнае спаборніцтва.